Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ребят, как видно, как слышно, есть ли звук, если видео? Всем привет. Всем привет, всем привет. Напишите, есть ли звук, если видео. Звук ли есть? Есть ли звук? Раз, два, три, четыре, пять. Все отлично. Всем привет. Хаю. Хай, фитнессеры. Всем привет. Здравствуй, великий город. Сегодня у нас с вами традиционная Володя, привет, Карат, привет, Сергей, привет, Дмитрий, да, Андрей, всем добрый вечер, да, привет, привет, Карат, 23-й, привет. У нас традиционный стрим, Алекс все окей пишет. Ну, все значит быть добру. Я полковник АБ, приветствую вас. Ничего себе, я полковник. Вот это у вас название. А, да, сегодня стрим у нас будет большой, ребят, лекция большая, поэтому за... за... Посайтесь попкорном. Будем изучать большущий документ. Лекцию, как всегда, начнем в 10 минут 9. А, так что готовьтесь готовьтесь. Сейчас у нас там есть, получается, 12 минут на вопросы, поэтому задавайте вопросы, делитесь своими впечатлениями в прошлые да в прошлые выходные стрима у нас не было так как был немножечко занят ну иногда надо отдыхать отдыхать от стримов да отдыхать от науки смотреть смотреть какие-нибудь сериалы и так далее и так далее поэтому давайте давайте пишите задавайте вопросы как всегда у нас общество классовое можно задать вопросы обратить внимание Через донат, ссылочка на донат прикрепляется к описанию данного стрима, в чате закреплена сверху ссылочка, поэтому можете отблагодарить, прислать донатик, задать какой-то сложный вопрос. Серж, привет. А поэтому, поэтому можете по-любому, по-любому по э, донатить или просто задавать вопросы и помните, что всякое даяние благо. У нас за это время было много фильмов. Илюша там у нас два фильма, по-моему, записал, да? Как вам третья серия? Серж, да, сегодня расскажу вам, э, пос посмотрел три серии. Да, третья серия такая необычная, потому что, ну, по факту, в игре я так и не помню, откуда взялись эти два мужика. Ну, в общем, ребят, ну, сама серия, как бы, ну, вообще не по игре. В игре, вот я не помню. По-моему, просто они шли и куда-то что-то нашли, но в игре я вот этого, Серж, не помню. Ну, 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 просто серия. Ну, просто серия, поэтому, ну, ну, решили так показать. Решили так показать. Ну, как бы, ну, ну пусть будет так. Так, э Почему-то хан пишет, на бусте платежи не проходят теперь. Не знаю, не знаю, вроде бы не знаю. Они были, но не так. Он дал аккумулятор. А, Серж, а я вот что-то не помню. Вот по первой части я не помню. А, дал аккумулятор. Ну, вот я что-то вот это прозевал, прозевал, но не так. Я понял. Я вот помню, что вот такого прям вот этого, да, вот такого. Я и все думал, думал, блин, думал, где же такой был в игре-то? Оказывается, аккумулятор перед машиной, я вот это вот не помню, перед поездкой, да, здравствуйте, здравствуйте, губит людей не пиво, губит людей белок, а жиросжигатель, по факту, оказывается вреднее ААС и ГР. Красавчик с красавчик Сарбо. Вот, ну в общем в целом пока пока все идет. Я прочитал, что сериал продлен до на второй сезон. Ну и для меня, например, вторая часть намного сильнее первой, поэтому вот эта первая часть она обыкновенная такая, ну вроде бы чистый боевик. А во втором сезоне должно, ну как они покажут, не знаю, получится или нет, но в целом, я думаю, будет интересно. Так, 28 человек, 28 лайков, можно задавать вопросы. Современные фильмы без меньшинств и афроамериканцы судя по всему, никак. Карл, да, они я не, не знаю, вот они, вот вас почему-то так это беспокоит, но меня это вообще не беспокоит. Вот странно, вы почему-то обращаете на это внимание. Не вижу в этом ничего, какая разница. Ты фильм смотришь, но показали, что тебе так показали, что так показать какие разницы. Ну, если тебя это задевает, ну пропойди, чай все набери пока или промотай. Да, привет, привет, Леша. Итак, у нас первый донат, первый донат. Низкий поклон, Александр пишет. Погляжу в записи, Саша, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, сердечко посылаю за такой большой донат. Александр всегда у нас, всегда, всегда такие донаты посылает. Вот это красавчик, молодец. В записи посмотри, Саш, потом будет очень интересно. Длинный стрим будет у нас. Спасибо тебе еще, тебе несколько сердечков посылаю, несколько, несколько красавчик. В такое время и помните, что всякое даение благо. Так, ну что, задаем вопросы, можно прям вот так вот, как Александр, да, послать донат и не задавать вопросы, вот это самое ценное, да, Самое ценное сказать, Борисович, спасибо тебе за работу. А как вы напишите шорцы, смотрите. У нас новые сейчас шорцы, шорцы, шорцы. Посмотрите, шорцы. Это вот до минуты, до минуты. Быстренько выводы исследований. Сегодня как раз шорц разместил. Да, по кальцию и витамину D. Кохрановская работа. Поэтому посмотрите шорцы. Виктор пишет. Добрый вечер, Александр Борисович. У вас последний ролик про ТРХ был уже 4. Вот это молодец. Не появилось ли какие-либо интересные исследования по этой теме? Ведь вот ты правильно, правильно, молодец, что напомнил. Давай подумаем, давай подумаем, давай подумаем. Вот это ты правильно напомнил, потому что нужно обновить ТРХ. Хорошо, ведь хорошо. Заказ приняли. Эквилибристика! Нет, сегодня у отца сына не будет, потому что лекция большая, ребят. Лекция большая, там что-то очень много слайдов. Буду, конечно, побыстрее рассказывать, но я думаю, что до 9 будем э, лекцинировать. Поэтому. Хотя там было сколько огромное количество всяких почитайте, почитайте, отправлял Бобруйск, да. Особенно после того, как... Так, так, у нас донат, кто-то донат, соскучились по донату. Карат, на благие дела, на печеньки надо слать, донат, скажи, э, Карат, скажи, Александр Борисович, на печеньки. Спасибо тебе, Карат, сердечко тебе от, да, от себя посылаю, перелетит к тебе сейчас сердечко, спасибо за донатик. Ребят, спасибо, 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 красавчик. На печеньки. <laughs> на печеньке спасибо спасибо ребят вот посмотрите да без всего без вопросов вот это вот хороший жанр да и такой жанр мы любим когда просто посылаем донат без всяких вопросов самый лучший жанр так, так. Можно уже фотографии присылать для оценки, как, как у Панасенкова. Полечка красавица. значит, как у Панасенкова можно посылать мне фотографии для оценки. Но это дорого, но это дорого. Фотографии. Илюша, донаты на футболку Панасенкова. Согласен, Илюша. Уже надо мне фотографии. Вот Илюша станет у нас скоро менеджером, менеджером канала. И будет, значит, заниматься Тебе будут посылать, Илюш, фотографии для оценки, и ты будешь пересылать мне. Я буду их оценивать, как старый, как старый оцениватель. Хаю хай появляется Пахан, великий Пахан, который мастер-класс тут давал, Илюше. Илюша давал мастер-класс. Как правильно держать микрофон? Антураж, выступления про андрогены и допинг спортсмены просто тайное вечери, Согласен. А вы считаете бодибилдинг спортом? Если да, то почему? Ведь нет никакого сравнения физических качеств лет, Есть только оценка внешности, по сути, красоты Здравствуйте, Никит, привет А, Никита, да, Фомин. Ну, смотрите, Сарба, тут же определение спорта Мы с тобой берем определение спорта У спорта это занять физической активностью Они все качаются и прилично это делают И обязательно наличие соревнований Поэтому есть тренировка есть соревнования. Имеют право называться спортом. Ты берешь шахматы, да? Есть тренировка. Тренировка, есть соревнования. Шахматы тоже спорт. Компьютерный спорт, есть тренировка, есть соревнования. Понимаешь, да? Поэтому это чистый, чистый спорт. Так, так. Обещал прийти Никита на лекцию, надеюсь, не опоздал. Да, Никита поделился в этот раз ВКонтакте, опубликовал свою, значит, любимую, да? там похвастался, говорит, я нашел в этом году любовь свою, и мы, конечно же, конечно же, приветствуем и тебя, и твою любовь. Э, как говорится, совет вам да любовь. Здравствуйте, предплечье икры тренируй. Так же, как и остальные мышцы для гипертрофии. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Потому что, ну, в принципе, почему да? Потому что все-таки это э, скелетная мышца, да, а если это скелетная мышца, то все вот эти стимулы, сенсоры, да, и условия для мышечной гипертрофии у нее должны соблюдаться. Подскажите, а где кроме Иниды описано само падение Троя? А то в Илиаде все заканчивается на погребении Гектора, а вот кусочек маленький в иноиде когда-то стрим по философии. Володь, да вот так вот приходится каждый раз только в каких-то, знаешь, вот участках, да, вот брать эти штуки. Давай я подумаю, но, но, по факту, скорее всего, прям вот так вот, прям как она пала, ни, нигде нет, Володь. А, каждый раз вот в вот таких маленьких каких-то участках мы вот это... Ну, я давай подумаю, давай подумаю. Давай подумаю еще. Все-таки подумаю. Надо мне подумать. Есть ли научные обзоры на жиросжигатели? Полно. И посмотри, у нас есть фильмы. Да. Планируются ли семинары весной? Никит, а про что, про какие семинары ты имеешь в виду? У Геродота, там Елены не было в Трое. Это у нас есть такой фильм, кстати. Посмотри, Володя, есть фильм «Елена Троя». Посмотри, у нас есть фильм «Елена Троя» и, и, и «Веселая наука». «Елена Троя. Веселая наука». Сода натощак. Для какой цели? Для какой цели? Яков, привет. От лицея Ликцоливк. Ну, конечно, конечно, будет обязательно весной и так далее. С, СВК, какая, какая задача? Съесть соду на тащах, какая задача? Так, у нас две минуты остается, так что давайте пишите быстрее, потому что лекция у нас большая. Впереди лекция, поставьте лайки. 48 человек, всего 43 лайка. 5 человек, не поставили лайки. Да, у нас, посмотрите, сегодня 19300 подписчиков, так что. Так что. Мы потихонечку растем. Если кто смотрит и не подписался, нажмите подписаться, колокольчик. И да будет с вами. И да будет с вами Елена Истрой. Привет из Финляндии. Очень нравится ваш канал и контент. Спасибо, Бурза. Бурза. Спасибо тебе большое. Спасибо, дружище. Вперед, вперед к знаниям. Одна минута остается, и мы скоро сделаем знаменитый наш зов вперед, вперед к знанию. Можно ли поступить в ваш университет, магистратуру заканчиваю, бакалавр в другом городе? А какие проблемы, Яков? Да, у нас только единственное в этот раз, в этом году только заочное отделение, поэтому очки... Ну, я имею в виду, на, если нутрициология, про нутрициологию говоришь, что да. А если на любые другие, пожалуйста, в, любой, в любую в любое направление. Нужно для здоровья крепить силу хвата. Сто процентов, Сарбо. Итак, мы с вами начинаем, ребят, лекцию. Поэтому, в принципе, ну, не знаю, между собой можете общаться. Я, ну, буду иногда посматривать, но не всегда. Если кто-то захочет задать вопрос во время лекции, то только через донат я его слышу, да, потому что знаменитая музыка, да, от ваших донатов. Итак, 10 минут мы приступаем к нашей лекции. И как я и как говорит знаменитый классик вперед вперед к знаниям. Так, ну что, ребят, на самом деле мы сегодня изучим документ, изучим документ, который, естественно, вышел недавно. Документ также и называется как название нашего нашей с вами лекции нашего с вами стрима. Вот он, перед вами документ. Это простенький обзор, но на самом деле он что-то такой большой, 16 страниц. 16 страниц. Я сразу вам напоминаю, что все кое-какие интересные pdf будут размещаться, посмотрите, у нас в группе ВКонтакте. Я впервые поставил вам QR-код, чтобы было удобно. Поэтому наведите телефончик. Ну, я имею в виду, кто на компьютере смотрит, а потом, если кто сейчас с телефона, потом с дома. Наведите телефончик на QR-код. Новое современное такое, современное такое э, да, инструментарий. И вы сразу перелетите в группу ВКонтакте и подпишитесь. И там всегда все ПДФ лежат, каждый день какие-то исследования и так далее. QR-код. Во какая <laughs> во какая птица! Поэтому наведите и, соответственно, перелетите в контакт. Итак, все PDF будут размещаться ВКонтакте. И мы рассматриваем новые, новые исследования, а точнее, новый обзор. Преждевременные смерти бодибилдеров регулярно попадают в заголовки газет и приводятся в качестве доказательств того, что бодибилдинг является опасным занятием. Многочисленные исследования показали, что элитные спортсмены обычно имеют более низкий уровень смертности, чем не спортсмены, но исследование продолжить жизнь бодибилдеров на удивление ограничены. Употребление ААС обычно упоминается как основной фактор, способствующий заболеваемости и преждевременной смертности среди культуристов. Но эта область исследований очень сложна, подвержена влиянию многочисленных факторов, характерных только для культуризма. Поскольку глобальная часть бодибилдинга увеличивается, поставщиками медицинских услуг играет более активную и мониторинг здоровья бодибилдеров, необходимо определить, как многочисленные факторы связаны с бодибилдингом. Ну, в общем, как? Надо определить. Действительно, умирают они, не умирают. И 16 страниц. И, ребят, ну все, конечно, я не могу засунуть, поэтому вы уже там отдельные какие-то моменты буду вам проговаривать, которые я не добавлял. Но какие-то ключевые моменты. Мы с вами должны исследовать. Друг это проблема является бодибилдинг. И мы как поставщики, как они пишут, поставщики медицинских услуг, мы должны помочь, помочь. Давайте изучать, действительно ли это так. Сразу говорю, Брукс Робинсон, чем-то он там Сапплимент спорт немножечко подмучивает сапплименты со спорте, да, представитель. Поэтому сразу такое направление, что он будет отстаивать, отстаивать бодибилдинг. Ну давайте, мы, нам какая разница, мы, мы нейтральные, мы ученые, нам что за, что против, какая нам разница. Так, начнем, как всегда, с интродакшн. Начинают они со слов знаменитого фитнес-эксперта Лалейна. Джек Лалейн сказал, врачи были против меня. Они говорили, что занятия с отягощениями вызывают у людей сердечные приступы. Это он сам какой-то клуб открывал. Это в 1936 году знаменитый Джек Лалейн сказал, представляете, были против меня. Ух, какие... Ну хорошо, так они начинают свое повествование. Сентеции Джека Лалейна. В двадцать первом году начинают авторы. Внезапно скончались более двух десятков бодибилдеров, и все они были до пенсии. Представляете? Оказывается, за двадцать год скончалось более двух десятков бодибилдеров. Эта волна смертей привлекла большое внимание в мире бодибилдинга, но относительно мало в медицинском сообществе. Это особенно актуально, потому что здоровье, там тыры-пыры, ну все, вы это видите, все зачитывать не буду, а то мы будем до утра читать, поэтому кому интересно, будете, соответственно, на паузу потом посмотреть. Первое, что мы видим, в 2021 году больше двух десятков бодибилдеров, которые до там старости. Значит, они приводят табличку умерших бодибилдеров в 21 году давайте смотреть ее кинемся к ней и вот она есть и вот она эта табличка давайте я себя уберу тут в общем не считал я потому что более двух десятков они говорят но я верю откуда я знаю ну, их лень мне пересчитывать значит посмотрите ну возраста все видите Ну самые ранние значит какие 41 34 35 35 28, 37, 46. Ну, остальным 50 до 55, 50, ну и так далее. Значит, я думал, что может быть это COVID, да? Но COVID вы видите только два. COVID-2. Ну, посмотрите, история депрессии, предыдущая нам тромбоза, сердечный приступ после тренировок. Упал во время игры в бильярд, поэтому вот для Бади бидеров запомните, нельзя играть в бильярд. Вот видите, упал во время бильярда. Вот нельзя, значит, нельзя. Эпилепсия, почта недостаточно. Подготовка к соревнованию 4-6 недель. Подготовился, умер. Готовиться к соревнованиям, тоже нельзя. Ведь Приступ 18 месяцев, за час до соревнований умер. Дни после соревнований умер. История болезни петь. Один день до конкурса мистера Олимпия. Это, это наверное, вот сам мистер Олимпия, как он Шон, Шон Родан, наверное. Это. Я, ну, я не знаю. Ну, не знаю, кто это. Ну, не знаю, может он, может не он, может не он. Значит, в общем, вот так. Но я напоминаю вам, вы помните, на одном из стримов, потому что у нас эта тема, я еще сейчас к ней вернусь, у нас постоянно на канале она муссируется. Уже не первый стрим. Ссылочки, понятно, на этот стрим сейчас я вам покажу. Значит, мы публиковали, помните, статью, которая тоже недавно выходила. Она называлась о чем говорят мертвые бодибилдеры? Помните, и здесь они публиковали 14 мертвых бодибилдеров. Да? Помните, да, на одном из. Ну-ка, напишите мне, кто помнит, что мы на одном из стримов, соответственно, публиковали. Нап... Вспомните вот эту статью. О чем говорят мертвые бодибилдеры? Ну-ка напишите, кто помнит. Плюсик поставьте. Я смотрю сейчас на, на этот, как он, на чат наш тут 14, помним, да, Сереж пишет, тут 14 бодибилдеров, там 21, но наверняка они там пересекаются, Андрюш тоже помнит, молодец. Вот, значит, наверняка они там пересекаются, но я не сравнил. Ну, наверняка там, может, побольше, эти побольше, может, поменьше, может, кто-то не пересекается. В общем, это вторая статья, ребят, уже две статьи, которые говорят вот о смертности ранней смертности бодибилдинг 14 и там тут 21 наверное не знаю ладно это я просто напомнить вам что мы уже про это говорили хорошо движемся дальше соревновательный бодибилдинг начинают авторы существует почти столетие первый конкурс мистер олимпия а мистер америка проведен 1938 год представляете Интересно исторически, я не знал. А первое профессиональное мероприятие Международной Федерации Бодибилдинга и Фитнеса IFBB, Мистер Олимпия, состоялось в 1965 году. я еще не был живой. Представляете, половина нас не было живых, а уже Олимпия была. Представляете? Вот как. В то время, как показатели смерти среди элитных спортсменов в той эпохи были тщательно изучены и казались благоприятны по сравнению с населением в целом. Судьба бодибилдеров практически не изучена, пишут авторы. Теоретически бодибилдер должен приносить пользу здоровья, пишут они, так как делает упор на физическую активность и оптимальное питание. Действительно, современные данные свидетельствуют о том, что тренировка с отягощением связана со снижением смертности. Об этом мы говорили, об этом говорили. И э, сами тренировки прописываются для лечения гипертонии, огромное количество метанализов, ну и так далее, для всего. И теперь, вы помните, ВОЗ прописал 150, 150 минут, вы помните, у нас стрим это есть, э, значит, аэробной работы и два, две, по-моему, тренировки в неделю обязательно всему миру силовой работы. Поэтому это как бы само-само разумеется, об этом мы тоже с вами говорили. Поэтому, ну, авторы сразу говорят, что если вы думаете, что это силовая работа, ну, то есть тренировка с отягощениями, нет. Она, наоборот, способствует продолжительности и так далее и тому подобное. Поэтому сразу давайте ее изымем, да, сразу ее изымем, а и э, будем разбираться дальше, что они умирают, по мнению авторов. Хорошо. Тем не менее, элитные спортсмены других видов спорта, основанные на силе, не имеют большинства преимуществ долголетия, особенно по сравнению со спортсменами, занимающимися выносливость. Бодибилдеры занимаются силовым упражнением, чрезвычайно большим объемом и интенсивностью поддержку. Ну, каким объемом, каким интенсивностью? Ну, это, конечно, так они четко сочиняли. Так, хорошо, движемся дальше. Хотя 21 год казался необычным с точки зрения большого количества смертей в этом году и не обязательно является репрезентативным для других лет. Сообщение о преждевременной смерти, то есть в возрасте до 5 Лет среди известных бодибилдеров является обычным явлением. По-видимому, высокий уровень преждевременной смерти является общей темой для обсуждения в сообществе бодибилдеров, но укоренится он скорее в серии анекдотических случаев, чем в эпидемиологии. Следует также учитывать, что многие знаменитые бодибилдеры Шварц дожили до 70 лет, Луферини живой, оказывается, я что-то не знал. И другие тоже умирали там, вы видите, в 70-80 лет. Крис Дейкерсон и так далее и тому подобное. Ребят, сразу я вам скажу, мы с вами провели стрим. Я напомню. Вот вам опять QR-код. И кто, значит, хочет посмотреть в сравнении другие виды спорта, силовые виды спорта, проценты смертности общей с бодибилдингом, пожалуйста, на наш стрим. Я не буду его повторять. Поэтому кому охота, QR-код поднесите. А то меня многие в соцсетях писали, когда запостил. А покажите процент, насколько выше бодибилдинги. Ну, ребят, покажите вот, вот сюда. Вот сюда нажмите, и там все написано. Исследование, процент, сколько живут элит, э, э, такие спортсмены, сколько живут такие спортсмены, сколько живут олимпионики. Вот там все. Потому что я не могу 20 раз одно и то же повторять. ну, ну согласитесь. Поэтому на прошлую лекцию, кому интересна процентовка и эпидемиология смертности бодибилдеров, то, пожалуйста, вот сюда жмите и, соответственно, QR-кодик. Не буду останавливаться, не буду называть эти проценты, потому что в этой статье мы рассматриваем эту статью, там никаких процентов нет. Мы рассматриваем эту статью. Кто хочет, жмите. Хорошо. Роль анаболических стероидов. Начинают они. Сразу про анаболические стероиды. Ну тоже, QR-кодик. Наша статья, написанная, кому охота почитать про ААС? Вот QR-код, написано Александр Борисовичем и коллегами. Глубокая, мне очень нравится, она очень хорошая статья. Эпидемиология, вредно, не вредно. Ну, читаю про. Значит, это. Бодибилдеры часто употребляют лекарства, чтобы добиться привлечения массивного худощавого телосложения. Сообщается, что частота использования составляет 54,76, а вы в нашей статье посмотрите намного интереснее. А, так. Существует множество данных о том, что ААС увеличивает мышечную массу, но также как вредное воздействие на здоровье. Вот существует много, и мы в нашем обзоре показываем, сколько всего многого существует. Не будем останавливаться. Теперь интересный момент. Тестирование субстанций в бодибилдинге. О, это хорошая подглава. И тут интересно. Очевидный недостаток тестирования лекарств, но этим бодибилдинг привел к культуре, в которой бодибилдеры открыто практикуют полипрагмазию. Что такое полипрагмазия, это когда они множество лекарств употребляют. Мы чуть сейчас попозже покажем сколько. Принимая различные коктейли с препаратов, улучшающий внешний вид и работоспособность. Это резко контрастирует с другими видами спорта, которых спортсмены обычно не признают в умышленном употреблении субстанции, даже при положительные результаты теста на запрещенные вещества ВАДА. У главного руководящего органа соревновательного бодибилдинга, бодибилдинга и ФИБИБИ есть политика в отношении тестирования запрещенных субстанций, которая соответствует кодексу ВАДА. Однако в последние десятилетия эти правила, по-видимому, соблюдаются минимально. И ФББ, ее членские организации, ежегодно проводят более 6 тысяч соревнований. Представляете, сколько бодибилдеров проводят соревнования? А вот мне сейчас задали, спорт это или не спорт? Ничего себе не спорт. 6 тысяч в год соревнований. Представляете? Это же капец просто но в последнем доступе, э, доступном отчете ВАДА за 2018 год указано, что они представили, но ну, я не понял, неужели за все время всего 171 образец для анализа? Странно мне, странно. Я специально, ну тут они потом говорят, сейчас я про странно скажу. Для сравнения, значит, э, Powerlifting 787 а Международная Федерация Легкой Атлетики представила 3238 проб. Но я, честно, зашел на ВАДА. И я, потому что давно это слышал. И вот вам ВАДА. Я не знаю, знают они, не знают. Почему-то они так не, 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 описали. Вроде работы 23 -го года. ВАДА подтверждает несоблюдение требований Международной Федерации за бодибилдинга и фитнеса. Всемирная ВАДА подтверждает, что с сегодняшнего дня, а это с 23 сентября 22 -го года, Uh, международная федерация бодибилдинга и фитнеса объявлена не соответствующей всемирной антидопинговой кодексу. Все, разговор с FBB, ВАДА закрыт. Пока они там все-все-все не сделают. А я, ребят, на самом деле... Я разговаривал с руководством Русада, и они все время говорят: ну, в бодибилдинг туда не надо ездить, потому что можно приехать с одной пробой, да, с одной пробой, ну, решиться взять одну пробу, а дисквалифицировать значит, всех вообще там 100 человек. Условно будет 100 человек, всех дисквалифицировать, то есть взять одну пробу, вообще не взять ее, ну, то есть, взять ноль проб, дисквалифицировать все. Почему? Потому что мы знаем, отказ или неявка да, на тестирование, соответственно. Uh, это нарушение, по-моему, там третьего антидопингового правила, нарушение, и, соответственно, ты получаешь сразу 4 года дисквалификации, поэтому просто подходишь к любому бодибилду, говорит, пошли проб брать, он говорит, не пойду, ну все, дисквалификация, пошли пробовать, не пойду, не, ну вот и так. Поэтому, в принципе, в принципе, мы видим, что э, не знаю, что будет делать дальше ФИБИБИ после ВАДовской дисквалификации. Хорошо методологические соображения и тут сейчас они будут говорить о проблемах исследований их там на самом деле большие большая у них подглава но я там какие-то вещи возьму потому что как сказал 16 страниц но ну, это будешь до утра тут. давайте пойдем Противоречивые результаты между исследованиями могут быть связаны с отсутствием ослепления, а также с различием в методах измерений. Кроме того, пользователи ААС обычно используют другие препараты, которые могут ухудшить работу сердца. Многие, более 20% участников исследования Харлем и большинство пользователей ААС, в исследовании Фускин используют другие анаболические агенты, например, гормон роста, лекарства тиросинофедрин, рекреационные наркотики и так далее. Большинство исследований, изучающие эффект АС, не учитывали эти препараты, что затрудняет выделение эффектов. Вот, ребят, посмотрите, я специально взял э, недавнее исследование. Это называется казусы. Ой, казусы, как вот наберите казусы, это будет до утра читать. Там без остановки можно читать. Вот смотрите. Молодой мужчина, 24 года, был найден мертвым на кровати в гостиничном номере. Ожидал, что на следующий день у него будет соревнование по бодибилдингу. Но в Альхалу. Но оказался в Альхале, там были соревнования. Вот смотрите, что нашли у него в организме. Клен Бутерол. И пошло, пошло. Посмотрите, это все было в его организме. Ну, тут сосчитать нельзя, понимаете? Вот смерть наступила 24 года. Завтра соревнования, но в оказался. С Тором вместе, понимаете? Ну, посмотрите, посмотрите, что нашли в организме. Потом будем, будут говорить, там, виновата, виновата, что тут виновата. Ну, и они говорят, они говорят, типа, да, 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 спасибо, Алеш. Ну, тут как бы они поднимают вопрос. Вы говорите, что бодибилдинг опасен. Они говорят, ну, я не знаю, ребят, опасен, а, не, не, ААС опасно. Ну, вот смотрите, у этого 24-летнего мужчины найдено вот это в организме. Ну, это как? Ну, это как? Ну, я не знаю, напишите свое мнение, ребят. Ну, это как? Это вот как? Ну, как это? Не знаю. Ну, ну вот так легион ты пишешь на насквозь. Ну, ну и... вот такие интересные вещи, понимаешь? Понимаете, ребят? Вот. А потом будут писать, что помните, как какой-то недавно парень написал, да? Что я лжеученый Я причем я Ж-ученый. Я вам показываю, блин, вот исследования. Но я... я причем я я читаю исследования, дружище. Я читаю, вот я вижу, что нашли у человека в организме. Скажут, ну, а ты вот не про... Что я что, не так читаю? Что -то? это мне понравилось. Это помните, я показал, да, ходил ко владыке и показал там вот эти кучу исследований. Перечитал. Представляете, пролистал, пролистал вот эти исследования, прочитал. А потом мне пишут, вы видели коммент, коммент. Лже ученый, ты что болтаешь ерунду? Какую болтаю ерунду? Я прочитал там 5-6, сколько там, 7 исследований ну, ребят, ну, как-то, ну, давайте, а то потом, а я, я уже, к чему я сейчас говорю, про будущих, вот я потом будут писать, что я что-то говорю, какой-то бред несу, какой бред несу, я вам читаю, следую. Хорошо, давайте пойдем дальше. Величину сердечной гипертрофии у бодибилдеров также следует интерпретировать осторожно. Но они показывают, что есть проблемы. И говорят о том, что когда начинают пересчитывать так называемую величину вот этих всяких индекс миокарда, массу миокарда там видите какая-то там куча этих формул они все рассчитываются от э, этого от тела от массы площади да площади тела и так далее и там получается ты больше стал накачался у тебя якобы сердце выросло и вот они странно странно они говорят все пишут что якобы большое сердце у гипертра... у, у бодибилдеров я дальше не стал вам писать ребят я просто рассказываю говорят большое сердце у бодибилдеров и эти все сердца посчитаны, индекс миокарда, просто там это, и да, все посчитаны через формулы, в которые входит тело. Тело, да, площадь поверхности тела. Или там индекс массы, ну, разные формы. Ну, хочешь сказать, ну, хорошо, значит, тут обманывает, да, тут обманывает, обманывает, а вот тут, а вот тут, а вот тут, когда, вспоминаю, мы взяли, да, помните, 14 бодибилдеров, но их вскрыли, их вскрыли ребят их вскрыли и вот вам сердце уже не через формулы не через формулы хоть сказать ребят ну хоть литературу-то почитайте. тут взяли реальное сердце реальное не через формулы а патологоанатомы вскрыли поэтому формулы понятно формулы понятно но есть вскрытие вскрытие где никто формул не смотрит, достают сердце и говорят, вот оно. Это я дополняю, это, у них этого нет, они говорят, формулы, вот эта проблема, вот тут проблема, тут не знают, как считать, поэтому вот это все Бога нет. Но Бога есть, вот вам скрыли. Да, Валар Маргулис, правильно? Валар Маргулис и все. И, и все. Вот ну-ка, ну что это. Ну ладно. Обратимость вредных эффектов. Обратимость вредных эффектов. Ну, давайте обратим их. Ну, они начинают писать: что часто некоторые исследования показывают, что в принципе, если прекратить использовать ААС, то все вернется на круги своя. Ну, все имеется там последствия для здоровья. Мы с вами кучу показывали работ, где показывают, что не вернется, и я прикреплю обратите внимание по поводу о, половой системы в группе ВКонтакте. И вы посмотрите, опять новая работа вышла, ничего не возвращается. А, и, наконец, они говорят: более того, исходы. Исходность сердечно-сосудистый параметр не отличается между людьми, которые никогда ранее не использовали АЭС по сравнению с теми, кто принимал АЭС в анамнезе. Это согласуется с другими исследованиями, в которых нынешние пользователи АЭС имели нарушение сердечной функции по сравнению как с предыдущей пользой АЭС, так и с людьми, которые никогда не использовали АЭС. Также показатели дисфункции печени, связанные с приемом АЭС, возвращаются к норме в течение одного года после отмены АЭС у большинства. Но не у всех. Вот видите, у большинства, но не у всех печень приходит в норм вне зависимости от того, отсутствует методологичных данных, популяция бодибилдинга, употребляющих и не, не употребляющих АЭС, исключает возможность точной оценки. Но, говорит, есть такие, есть такие, но все равно вот надо бы побольше РКИ, чтобы все-таки сделать какой-то вывод. Ну, хорошо. Далее. АЭС, заболеваемость и смертность в контексте других спортсменов. Они говорят, давайте тогда будем исследовать других спортсменов, и, соответственно, посмотрим, которые также потребляют АС, и мы сравним виды спорта, да, ну, условно, ты там бегаешь, потребляешь, а я качаюсь, потребляю. Ну, интересно, интересно, давайте смотреть. Заманчиво списать сердечные приступы и другие, казалось бы, безвременные смерти на специфику бодибилдинга, но внезапная смерть у спортсменов может случиться по разным причинам. Многочисленные отчеты о случаях связывают заболеваемость смертность среди культуристов с употреблением ААС и, и или других препаратов. И действительно во многих из них виновником может быть ААС. Понятно? Существуют случаи, когда культуристы, использующие ААС, со значительной сердечной заболеванием, отрицают использование анаболических агентов или препаратов, например, отсутствие гормона роста, анаболических бета-агонистов. Но такие случаи редки. Таким образом, большинство отчетов о случае из серии не содержат информации о том, насколько распространены такие случаи, окончательно наказать причины следственной связи, ну и так далее и тому подобное. В общем, пока это такое рассуждение. Итак, они пишут, возможно, другие риски для здоровья бодибилдеров. И приводят интересную картиночку, которую стоит нам с вами рассмотреть. Я себя поменьше сейчас сделаю. Вот давайте посмотрим. То есть они говорят, вот левую сторону смотрим. Есть экстремальные упражнения, высокое потребление белка, спортивные добавки. Циклирование веса, да, у, то, то, то в одну сторону, то в другие. Анаболические стероиды, гормон, другие препараты повышают работоспособность, рекреационные наркотики. Ребят, по факту я все это не буду рассматривать, но вы когда будете читать ВКонтакте, они каждый вот этот, вот этот э, да, квадратик, они рассматривают, они берут экстремальные упражнения, смотрят. Высокое потребление белка, вот это я, наша любимая тема, я вот это сейчас рассматриваю. Потом спортивные добавки, остальное я не буду смотреть. А, а вы уже, соответственно, почитаете. Ну и вы видите, да, и задают вопрос, повышенный уровень смертности от чего, да, от чего, какие причины могут быть? Социально-экономический фактор, генетические факторы влияют ли, то есть они такую картинку интересную создают и размышляют, такой умозрительный моделиром. Ну хорошо, хорошо. Итак, начнем с нашей любимой темы, а влияет ли белок на... Соответственно, на, на болезнь бодибилдеров, раннюю смертность. Вот это я люблю. Вот это я люблю. Значит, сразу же QR-код на наш стрим, знаменитый стрим. Повторяйте все за мной. Белок не влияет на почки. Вот это знаменитый стрим. Мы посмотрели его много людей, поэтому, кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Там мы приводим, рассматриваем всю пирамиду Баргета, все пока доступные исследования. Сегодня даже новенькие какие-то работы э, мы здесь нашли в их, в их э, значит, обзоре. Ну давайте пос, посмотрим, да, что они тут про белок расскажут нам нового. Взаимосвязь между потреблением белка и дисфункцией или заболеванием почек является областью исследования со множеством нюансов и часто включает суррогатные результаты, то есть расчет скорости клубочковой фильтрации, которые открыты для интерпретации. Имеются эпидемиологические данные, свидетельствующие о том, что и диеты с высоким содержанием белка, и определенные виды белка, например, из красного мяса, связаны с нарушением функции почек. Крупные эпидемиологические исследования связывают диеты с высоким содержанием белка, обычно 1,1,7 грамм на килограмм в день с нарушением функции почек заболевания почку в общей популяции. Но такие эпидемиологические исследования не проводились у спортсменов, занимающихся силовыми тренировками или бодибилдингом. Итак, я новое, не знаю, ребят, по-моему, я вам его не показывал, но я его уже давно этот обзор э, в лекциях своих использую, когда читаю там, да, либо лицей, где либо в... к соливке, значит, новый вышел обзор 22 -го года, который вот полностью посвящается больным почкам при употреблении большого количества белка. Я этот обзорчик, естественно, положу в контакт, вы его, соответственно, почитайте, клубочковая фильтрация, ну, так далее, там, подобное. приводятся новые какие-то данные, в общем, он такой достаточно, вы видите, достаточно обильный, там, 8, что ли, страниц, 7 страниц, по-моему, ну, в общем, такой интересный обзор, это просто обзор, вы видите, Bodybuilder от атлеты и так далее при высоких ä, при высоком потреблении белка и каждый раз мне нравится да philips пишет повторяйте все за мной высокие уровни белка не влияет на функцию почек но не влияет все работа выходит выходит а он, а он, а он все не влияет ну хорошо далее Бодибилдеры часто потребляют значительное количество пищевого белка. Вы видите, до 4,3 грамм на килограмм массы тела в сутки для мужчин. Ну и там столько-то для женщин. Что превышает рекомендации для силовых спортсменов. Некоторые люди могут потреблять. Даже вот посмотреть, какой-то красавчик потреблял 750 грамм белка в день. Вот это молодцы. Потом удивляемся, потом удивляемся, что вот что-то там происходит, да, что-то происходит, что с почками что-то происходит. 750 грамм белка в день. Вот это бодибилдинг. Уникальные потребности белки для элитных бодибилдеров не изучались, поэтому неясно, является ли такой высок потребление белка чрезмерным и или необходим для успеха. Ну, в общем, все. Они там что-то еще писали, но в целом, в принципе, по белку. А нет, не все. Не я вру, не давайте вру. Нет, есть еще. Давайте. Значит. Несмотря на это, есть опасения, что такое высокопотребление неблагоприятно влияет на здоровье почек у бодибилдеров. В некоторых отчетах о клинических случаях предполагают, что прям сыворочный протеин был причинным фактором коронарных событий, хотя причинную природу этих утверждений трудно обосновать. В серии случаев из пяти здоровых мужчин, не употреблявших ААС, описано появление АКНЕ после шести месяцев регулярного употребления сыворочного протеина. Поэтому, когда протеин пьете и вдруг появляется АКНЕ, значит уберите протеин. А в другой серии случаев сообщается об аналогичном эффекте у пяти пациентов подросткового возраста, вот подросткам все появляются проще убирайте протеин. И эти случаи акне не представляют серьезной заболевания, но предназначены для демонстрации нежелательных эффектов сыворочного белка, который в противном случае можно было бы отнести к АС. Далее. Один громкий случай. Вот, слушайте, один громкий случай. С женщиной-бодибилдером. Было широко связано с чрезмерным потреблением белков добавок. Однако она не знала, что у нее какое-то редкое заболевание, которое встречается одно заболевание на 8 тысяч человек, генетическое заболевание, которое сделало восприимчик токсическим эффектом от высокого потребления белка. Вот какие есть вещи. Али и Савторы определили 15 пациентов бодибилдеров, которым потребовалась диагностическая биопсия почек. Но оценили, что риск заболевания почек у бодибилдеров был э, э, таким же, как у населения в целом. Единственным исключением из этого была более высокая вероятность нефрока кальциноза, внимание, у бодибилдеров связано с инъекцией ветеринарного витамина D. Один случай на 314 инъекций. То есть вот они колют, представляете, берут ветеринарный витамин D, не знаю, там для быков, для лошадей, вкалывают, и каждый раз проявляется нефрокальциноз у одного бодибилдера на 314 инъекций. Вот до чего додумались. Потом удивляют, что они уберут? Чего они умерли, непонятно. Так, хорошо. Далее: Повышенные показатели смертности среди подтвержденных пользователей ААС. И вот интересная работа, ребят, 2019 -го года. Посмотрите. Интересная работа. В ретроспективном когортном исследовании сравнивались показатели смертности от всех причин у 545 мужчин, употребляющих ААС. И был выявлен, внимание. Трехкратный рост смертности среди употребляющих их. Трехкратный. Потом будут писать, ты чё болтаешь ерунду? Я ничего не болтаю, читаю. В будущем спо, сполера, сполерич, никак не сполерич, а хейтером, да? Ребят, я читаю. Вы туда пишите, вот хорвицу, хорвицу, да, вот пишите туда. И это не все. Это исследование также выявило трехкратное увеличение не болезни сердца в три раза и пятикратное увеличение тромбоэмболических состояний. Пятикратное. Потом вы будете мне говорить, что я ерунду, я, я читаю, вот что читаю, вот вам рассказываю. Исследование, проведенное среди населения Швеции в целом, показало, что у мужчин с положительным результатом теста да, на ААС, внимание, было заболеваемость и смертность два раза выше, чем у тех, кто был без ААС. И, внимание, выделил красненьким. 18 раз выше смертность от всех причин по сравнению с населением в целом. То есть те, которые в Швеции потребляют три буквы, у них в 18 раз смертность выше от всех причин, чем население в целом. Вот вам ссылочка на исследование 15-го. Читаю. Я читающая глава здесь. Ребят, ну все, потихонечку мы подходим к концу. И там большущая работа. Вы это все изучите. Там берут и тренировку, рассматривают, и суплементы рассматривают, и, ну, вы видели все вот эти игры с весом, все это рассматривается, ну, ну, куда, уже, мы уже, глянь, да, я быстро прочитал. Итак, они резюмируют, Бодибилдинг – это популярное во всем мире занятие, в котором участвуют любители и профессионалы. Сообщая о преждевременных смертях, в основном средства массовой информации, сочетание сообщений о случаях в медицинской литературе позволяют предположить, что бодибилдинг, по-видимому, связан с повышенным уровнем смертности, от, э, и это в основном связано с использованием ААС. Однако в настоящее время недостаточно высококачественных научных данных подтверждает причинно следственную связь любого из утверждений, особенно с учетом многочисленных правдоподобных искажающих факторов вот вам ребят вот вам исследование сразу хочу пока вы у нас народу много 67 человек ребят сразу рекламную вам значит спортивную нутрициологию это ребят это это магистрская программа которую мы открыли уже два года назад QR-код. Все, кто желает познакомиться с этой магистрской программой, которая, естественно, в нашем КЦОЛИВКЕ, да, бывшем Ургувке, на QR-код наведите. Большущее, большущее с видео и с разговорами и так далее. Большущую, большущую мы опубликовали значит, информацию по магистрской работе. Кто же хочет стать спортивным трициологом и получить государственный диплом? Учится у нас в этом году будет у нас только за очко, но так вообще есть очко два года и два с половиной года за очко. Поэтому всех приглашаю, что кто хочет разбираться, ну ребят почитайте там да там все это есть, поэтому наведите телефончик, почитайте, посмотрите, какая крутая программа, ребят. Вот на этом все, предлагаю обсудить данную работу, как я уже сказал, как я уже сказал, все что я показывал вам, э, будет прикреплено после того, как мы закончим группу ВКонтакте, как найти группу ВКонтакте, просто поднести QR-коду, вот видите, QR-кодик, поднести свой телефончик и перейти, подписаться в группу ВКонтакте, поэтому ВКонтакте мы размещаем все самое интересное, в PDF, как читаете, каждый день исследования там публикуются, поэтому, когда меня нет на канале, все находится ВКонтакте, и помним, что всякое даение блага. Так, давай, предлагаю поставить оценку. Предлагаю. Вот Петя написал э, дебильный канал, дебильный канал. Ну, -ка Петенька, ну что же делать, дебильный канал. Поэтому отправлю. Где хорошо, да, э, да, 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 да. да. А, Петенька, я тебя отправляю в где хороший канал, э -э, где. Петю отправил на, на, на канал, где все хорошо, правильно? Вот, поэтому, ребят, вот так вот, видите, читаю, читаю, оказывается, дебильный канал. Ну, дебильный канал. Ну, ребят, ну, Поль, ну, вот видишь, дебильный канал. А почему дебильный канал? Uh, да, 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 да. А почему дебильный канал? Да потому что ну, на этом канале говорят, говорят и приводят исследования. Представляете? Петенька уехал в Бобруйск, где все спокойно. Представляете, где не беспокоят и говорят, кушайте, ребята, все, что вы хотите. Качайтесь. Да, 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 спасибо. Спасибо, Леш. Да я читаю, да-да-да, всем магистрам привет, да-да-да, у меня аж гантели из рук выпали, <с> как дальше жить, пил водку, пино, пиво, наверное, гречкой отравился, да, доставим, -да, давайте поставим оценку данной работе, все-таки работа большая, а, Петра история с протеином расстроила, это Дмитрий, который вчера угрожал, а, да-да, но это не Дмитрий был, это какой-то Петя, это Дмитрий, который вчера угрожал, это Петя вроде бы. Какой Дмитрий? Да, 400 мвп протеины и уйди с мира. 5 однозначно. Спасибо, Джон. Ребят, ну еще раз, мы, да, мы же не должны всегда слушать, что нам приятно. Мы не должны слушать, что нам приятно, мы изучаем. Мы здесь вообще собрались с вами, я напомню, изучить любую тему. Изучать тему, связанную с питанием, с тренировками и так далее. Интересная тема, много полезной информации. Вы голос разума, работа, глаз вопиющий. Спасибо, Олеж, спасибо. А, АБ за подачу. <laughs> спасибо. Ну как на две весело это разговаривать, но ну, ну, такие вещи. Ну, это сухая, сухая. но ну, вы же сами понимаете, здесь сухая информация. Ее надо хоть как-то весело преподавать, поэтому я стараюсь. Спасибо, спасибо, Геннадий. Спасибо. Добрый, добрый. Поэтому я как-то стараюсь повеселее ее преподать. Вот так весело преподал, что Петька обиделся. Петя обидел. Жалко, что нет сравнения смертности химического бодибинга с натуральным. Ну, будет еще. Что вы спешите? Ну, каждый раз жалко. Ну, подождите. Если тем тема начинают потихонечку изучать, ну, ее изучат. Чего вы переживаете? И мы все об этом сообщим. Мы все об этом сообщим. Просто я, честно, вот мне, мне так кажется, вот, может быть, я не прав, поправьте меня, мне кажется, не существует никакого натурального бодибилдера. Ну, не существует поэтому, ну, я имею в виду соревновательно, потому что есть натуральный бодибилдер, наверное, который вот в фитнесе качает сам себе, и то, и то не знаю. А вот соревновательного бодибилдера натурального, ну, опять, я могу ошибаться, еще раз, ничего страшного, если меня поправить, мне кажется, не существует. Мне кажется, не существует. Ну, е-мое, вы зачем контору спать? Вот. Так что, ребят, вот ну ну что, ну вот так мы знакомимся еще раз с документами, читаем их, да, размещаем их. QR-коды теперь у нас, видите, QR-коды теперь можете всегда. Мак Пети не стал, а канал сразу перестал быть дебильным. Опустел канал, да, Максимка без Петьки. Интересно было бы сравнение юзеров АЭС с юзером алкоголя. Алекс, ну, я думаю, будет когда-нибудь. АС, понятно, значит, вред. Но как влияют именно тренировки с железом на здоровье, не совсем понятно. Хорошо влияет, Сарба? Ну, как, ну, хватит, ну, много у нас, посмотри, по-моему, есть. Смертность тяжелая, ну, тут что, очень хорошо влияет. Смотрели одни нас, семья Павловых. Да, во-первых, мы смотрим, уже с утра обсуждали, с утра им до самого начала обсуждали, уже три серии посмотрели мне очень-очень нравится, да, одни из нас, супер, уже третья, завтра, по-моему, четвертая серия, но я всегда выходные смотрю, не смотрю, берегу эту серию до выходных, поэтому завтра смотреть четвертую серию не буду, так, доброе время суток, Абр. расскажите в двух словах, пожалуйста, почему тошнит кроссфитеров, повышение уровня лактата, ну, не, ну, потому что, елки-палки, ну, вы закисляете, травитесь, представляете, кислота у вас везде залезает, за, за уровень лактата 14 у вас там, да, ну, поэтому, углекислота, на ней не очень активная, поэтому, скорее всего, не от углекислоты, а, скорее всего, от лактата, а, ну, от протонов, понятно, лактат это сахар, когда вы, волка, будет в гостях, Слушайте, ну пока, пока не планируем. Пока с Васильевичем не планируем. Но, ну, мы очень заняты. И это надо вот ехать. Это, представляете, пока не будет. Подскажите, яичный протеин альбумин вызывает какой-то высокий подъем? Такой же абсолютно. Какая разница? У вас аминокислоты вызывают? Такой же подъем вызывает, как и все. Привет, даже третья серия понравилась. Да нормально, Леш. Да, ну ты вы, ну, а что, она нормальная серия? Ну, она просто немножко для меня была скучновата. А так, ну, нормальная серия нормально себе. Ну, скучновато. Вы экшон хотите. Ну, там был какой-то микро, микро экшон. Лактат не соль, а сахар. Спасибо, спасибо. Посмотрел Last of Us, как будто игру еще раз прошел. Ну, согласись, круто. Вот. Кто э, сейчас написал? Джиджа, джига, 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 джига. Скажи классно, а? Нет, а вот я не буду, за что я, Лёш? Леш, ну тут сейчас получишь лет 15 за это. Ну не надо, зачем? Ну просто мы за, за Last of Us. Мы за Last of Us, а то 15 лет получишь, потом будешь знать. У меня регби сдал анализы на фоне использования АС. Гемокрит в космосе, липидный профиль в шоке. Я ему прокомендовал, сойти и не прислушался. Умер от инфаркта 4 месяца назад, 24 года. Серьезно? Джорн, ты серьезно пишешь? или? вот, вот вам, гляньте. хромакей на фон. Да, ну, 23-й, ну, вот, опять, ну, вот, послушай меня. А, ну, вот, ну, тебе нужен этот хромакей, ну, вот, что изменится? Вот, ну, будет хромакей, ну, будет, да, ну, что, ну, что изменится? Что изменится? Ну, хватит ну, я считаю, что для э, канала, где читают исследования, ну, какие-то вот супер друпер, какие-то камеры, какие-то супер друпер. ну, ну, а зачем они нужны? Ну, мне кажется, не надо. 12 из 10 игра кинематографичная крута. Для меня вторая, второе, второе, вторая игра очень крутая. Вот первая, она такая, ну, хорошая, да, она такая, ну, с экшончиком нормальная такая. Но вторая для меня очень крутая. У, я, для меня сейчас она игра номер один. Вот вторая. Второй, ну, не сезон, а вторая. Ну, понятно, игра 2. Last of Us 2. Я думаю, что третий будет вообще бомбический. А бы расскажите, пожалуйста, как у ВВ все прошло. А что с ним? А, подожди, Геннадий, напомни мне, а что с УВВ прошло? Я не понял. А что у него проходило? -то? Я что-то забыл, а что, а что должно пройти УВВ? Ну зачем они эту повесточку на серию? Я согласен, я согласен, на всю серию это многовато. Ну согласен, ну как бы, ну они так видят, Леш. Ну так видит, давай дальше посмотрим. Ну посмотрим, давай весь сезон посмотрим. А, абсолютно согласен, я не понял. Тем более я забыл, что, оказывается, они давали им... Для машин? Ну, я забыл. Ну, я, я, не, я вообще не понял, для чего. Но, а если серьезно, я три не смотрел еще серию, но весь интернет пестит повесчика в этой серии. Там все-таки плохо. Леш, да серия хорошая, просто, ну, там вот для, для России это вы еще видите, там все в шоке. А бы, если какие-то исследования про желчи, содержание жиров в рационе, про камнях в желчном, не видел. На полном серьезе э, везли прям с поля в больницу. Я во второй машине ехал, не довезли. Пацаны, на руках, которого он отошел, били. Обалдеть. Вот вам, ребят, вот вам. Вот вам Джор Атлетикс пишет реальный случай, когда умирает человек 24 года. Вот молодой, да, спортсмен, пере, что-то перепил, пере, 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 перетренировался. Вот. Ну, вот вам, видите, вот надо писать такие вещи. Такие вещи надо вот писать. Поэтому посмотри, Леш, да в хорошей, хорошая серия, там нормальный экшон есть, ну, ну, немножко, конечно, там, немножко, немножко для России немножко лишковато. но кто-то мне, помните, предлагал, помните, кто-то мне из девчонок предложил про адвоката-то, как, как, как он называется, адвокат-то, помните, скрывать, скрывать убийство, что ли, скрыть, как, как скрыть убийство, да, ну вот, и, и, вот, ребят, вот где, вот после него вам уже ничего страшного не будет. Вот как скрыть убийство, вот, вот по, после как скрыть убийство, уже, Леша, вот то, что там Last of Us, это, ну, это детский сад. Поэтому я прошел, извини, 8, что ли, сериал, 8 сезонов как скрыть убийство, и уже после этого сериала ты, вот это для тебя уже детский сад, просто детский сад. А, кандидатский сдал на пятерку. Да, понял, понял, Геннадий, а что-то я забыл. Все прошло отлично, все, комиссия довольна, взорвал, на, пи на пять сдал, да, да. Да. Сериал. Отлично. Сейчас такое время, что без повестки никуда. Учись фильтровать и брать только лучше. А, все понял. А, а Б. А как на добавках животного происхождения? А, а э, тренируют спортсмены, где нет допинг контроля. Еще раз, как на добавок животного происхождения тренируют спортсмены, где нет допинга? Сереж, а я откуда знаю, как они, ну, ну, ну видишь, ну видишь, как не умирают и периодически умирают? Ну, на самом деле, ты же понимаешь, там вот эти то, что они используют э -э, ветеринарку, то там, ну, как бы э -э -э -э, это то же самое, может быть без без там какой-то специальной очистки там и Ну видишь, как здоровье помогает, ну, э наверное. -э 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 -э, Наверное. Так, давайте еще вопросы. Можно в, а, а, донат прислать. Ссылочки размещаются. А, не забывайте подписываться ВКонтакте. Не забывайте подписываться на Бусти. На Бусти там куча всякой полезной информации. Каждый раз кидаю. Куча книг интересных. Куча статей интересных. Куча э, лекций записанных очень-очень интересных. Поэтому давайте, давайте, давайте подписывайтесь на Бусти. Бусти будут в описании ко всем посмотреть. Так, ну что, давайте еще чуть-чуть, да будем закругляться. Завтра рабочая неделя. Будем опять ходить на работу. Завтра у вас получается четвертая Last of Us. Ну, я завтра смотреть не буду, буду выходные смотреть Last of Us. Вот. Там уже будет интересно с точки зрения экшона, думаю. Четвертая, скорее всего, ждет экшон. Это езда на машине, а там по игре было неплохо, по езде на машине. Давайте задавайте вопросы, пишите э, в комментариях. И и и и и, и. Э, не посмотрел я в этот раз, что-то не могу себя заставить, ребят, не могу себя заставить посмотреть до конца Вальхалу. Не, не настроил. На следующей неделе планируется стрим. На следующей неделе вроде бы планируется стрим, вроде Сереж, ничего у нас такого у меня нету, поэтому вроде бы планируем стрим на следующей неделе. Вот, на этой неделе тоже много чего запишем. Шорцы, обязательно смотрите шорцы. И Джорн пишет, Алексей Имириков скончался пару лет назад на 0 классе. Позиционировался я спортврачом. Люто топил за ГЗТ. Инфаркт тоже до 30 не дожил. Ну, вот, ну, вот, ну. Я в этом плане за корейцев. Если уж у них зомби, то шанс он сразу идет. Корейцы вообще красавцы, они вообще они не парятся с этим философским, да, лишь. У них мало чем философии. Три, 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 три раза, там три предложения, все, и, и, и все. И поезд Пусан, да. И в Пусан поехал сразу. Да, надо нам некоторых активных Пусан отправлять. Не в Бобруйск, а уже все-таки, да, в Пусан. слышал, в Пусан. Вот, корейцы молодцы, что-то давно нет корейцев, да, что-то давно нет корейцев, я все жду королевства, я все жду, ну, что у нас, ещё? что у нас еще, что-то, мой милый дом, ну, вот какие-то такие вещи, и, конечно же, жду, и очень, Леш, скажи, черное лето, вот черное лето тоже, философии очень мало, вот жду я черное лето, фанат я черного лета, вот там красавцы, там сразу... Да, ничего не было. Кстати, вы помните, 24, по-моему, апреля выходит э -э, вот этот, э -э, да, некрономикон «Только будут женщины». Там теперь Эш, Эш является, эш является у нас с вами, вы помните, да? Да, согласен, Олег. Надо посмотреть, досмотреть мне Вальхалу. Значит, Эш выходит 24 апреля, но там будут женщины некрономиком. Такие все посмотрите, эти тизеры, такие страшные, там очень страшно. Поэтому Поэтому, ребята, смотрите, будет интересно. Абы есть точка зрения, что АЭС помогает восстанавливаться. И как бы вроде без них вреда больше, чем с ними. Ну, и, и, Сереж, я это много слышал, много раз мне это, про это говорили, всякие значит, врачи и так далее. Ну, мы же с тобой говорим, ну, если есть такие, э, как ты написал, точки зрения, ну, нам бы хотелось бы РКИ посмотреть по восстановлению. Хотелось бы посмотреть РКИ, где они э, вот это показывают, что что-то восстанавливается лучше. Я такие РКИ не видел. Есть РКИ, которые говорят, мышцы растут, там сила растет. Да, вот что восстанавливается лучше, я таких не видел. Поэтому все об этом говорят, но я не видел ни одного РКИ. Еще раз, я видел РКИ. Мысы растут, сила растет. Вот это я видел, полно. А, Что-то там восстанавливается, дом с какой-то, да, ты понял, да, там ЕМД. А где это? Я не видел. Я не видел этого. Но про это все почему-то говорят. Ну, не знаю, наверное. Наверное, но я не видел. Я не видел этого. Наел шоколада минут 15 назад. Хроническое воспаление типа аутоиммунное увеличивается. Вдруг есть инфа? Фух, не видел. Темп. Хроническое воспаление типа аутоиммунное. Не видел. Не видел. Не видел. Так, ребят, ну что? Э, ну что? Ну что? Давайте еще парочку вопросов и будем расставаться в следующем... В следующем, значит... Будем следующей, на следующей неделе будем писать новые фильмы, смотреть новые стримы и, соответственно, новые шорты. Илюша наверняка что-то запишет, поэтому поддерживайте Илюшу, ставьте ему лайки. Человек тренируется, человек да, пробует себя в новом для него. Значит, да, в новой ипостаси себя представляет. Поэтому поддерживайте, э, пишите ему хорошие, добрые слова и э, увидите там через год, как станет профессионалом, да, профессиональным блогером. Как Александр Борис читал профессиональным блогером, уже говорит, QR-код. Кто сегодня написал? Кто написал? Леха, по-моему, плотников, да, написал. Борис это вообще совсем уже блогером стал. Уже QR-коды стал делать. Критика молочной кислоты от Садос. Ваш моя настольная книга. Я про соль. Но соль это... Олег, ну посмотри. Там же в начале пишется, что все думали, что это соль. Это самое начало. Все думали, что это соль. Но конец-то посмотри. Ну конец-то посмотри. Это все-таки перуват. Это в начале так писали. Да, критика молочной кислоты. Да. да, конечно, Алексей. Набросились на Леху. Начал там. Это по ханталу. Надо ему это, как он называется. Его это как отправить в, 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 в Пусан ш, за то, что он на, накинулся. Корда, что дальше? Да, уже дальше. так у у Ну, Олег, посмотри, какая натрия соль. Натрия соль это в самом начале, как думали так. Это историческая ретроспектива. Ты ты путаешь. Если спортивные показатели растут, значит, если было бы плохое восстановление, то показатели не росли. Да почему нет, Сереж, ну почему? Он просто может быть никакие не восстановления, ускоряет процесс там, да, с -с синтеза или чего-то. Ну, не факт. Почему? Может быть, нет. Скоро без QR-кода на канал не зайдешь. Итак, ребят, ну что, спасибо всем. Особенно спасибо всем и сердечко, кто забросил монетку. Всем спасибо. А, кстати, скоро выходит, по-моему, в этом месяце, забыл какого числа, Resident Evil 4 Remake. На русском, на всех русских языках, на всех платформах. Это из Sony и, я так понял, Xbox, и компьютер, поэтому будем ремейк играть Resident Evil 4 в конце месяца выходит, поэтому кто, кто значит, фанат игр, обязательно покупайте. Еще раз всем спасибо, кто поставил монетку, вы большие молодцы, и да пребудет с вами сила доказательной медицины.